После долгих месяцев тестирования компания Lancia наконец-то представила совершенно новое поколение Ypsilon 2024 модельного года. Первой дебютировала электрическая версия в исполнении Edizione Limitata Cassina, тираж которой будет ограничен в 1906 экземпляров. Такое число отсылает нас к году основания итальянской марки. Однако для тех, кто ждал бензиновые варианты, расстраиваться не стоит. Чуть позже появится и гибридная модификация. Новая модель построена на платформе ECMP концерна Stellantis и по-прежнему относится к классу субкомпактных хэтчбеков. При этом в новом поколении модель стала значительно крупнее. Ее длина составляет 4 метра 8 сантиметров. К слову, это на 24 сантиметра больше, чем у предыдущей модели. По технической части электрический Ypsilon оснащен электромотором на 156 сил и тяговой батареей на 51 кВт. По заявлениям производителя, такая модификация сможет проехать 403 км на одной зарядке, а зарядить электрокар с 20 до 80% можно будет всего за 24 минуты. Цена лимитированной версии в Италии составляет 39,5 тысяч евро. Однако простая версия будет дешевле, но она появится в продаже чуть позже. При этом самым доступным окажется вышеупомянутый гибрид. Его цена стартует примерно от 25 тысяч евро. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!